Сорока 6-летняя Ксения Алферова сделала интересное фото с 32-летним Михаилом Бероевым. Актриса призналась, что он для нее близкий человек. Звезда фильма «Прощаться не будем» удивила поклонников снимком с молодым мужчиной. На Алферовой был надет топ из тонкого денима, а на молодом человеке – черная футболка и яркая клетчатая рубашка. Кинозвезда нежно обнимала его за плечи. Ксения призналась, что мужчина на снимке – родной брат ее 42-летнего мужа. Знакомьтесь, Митя Бероев – очень хороший человек, настоящий и замечательный артист. Обратилась Алферова к фанатам. Фото произвело фурор в сети. Поклонники пришли в восторг от красивого брата Егора Бероева. Какой красавчик! Бероевы все классные. Отличный парень. Видела его еще в спектакле «Пчелка» театра им. Мы совета родные люди, какие классные. Митя с Егором очень похожи, вы замечательные. Засыпали комплиментами молодого актера фанаты. Они добавили, что Дмитрий приходится Ксении деверем, а она ему – невесткой. Деверь от слова «доверять», уточнил один из поклонников. Бероев-младший стал актером. С 2009 года Дмитрий – член труппы театра «Сфера». За его старшего брата, артиста Егора Бероева, Ксения Алферова вышла замуж в 2001 году. Спустя 6 лет у супругов родилась дочь Евдокия. Ксения Алферова восхитила поклонников зажигательным танцем в бикини. Актриса похвасталась стройной фигурой на пляже. Звезда показала, как загорает с собакой в своем саду.